Конструктивная схема оружия со сбалансированной автоматикой основана на том, чтобы погасить эти импульсы. Для этого подвижный механизм состоит из двух частей, приблизительно равных по массе. Перемещение этих частей согласовано по скоростям и разнонаправленно, а их удары в крайних положениях синхронизированы. Благодаря этому импульсы гасят друг друга, и колебания движения частей на корпус оружия при стрельбе не передаются.